Камень пробуждения весны, который ассоциируется по цвету с раскрывшимися почками на деревьях. Этот пятнистый минерал не относится к ювелирной элите, но каждое украшение уникально благодаря рисунчатой поверхности, узор которой природа никогда не повторяет. Сегодня мы говорим о невероятно красивом самоцвете – минерале лизардит. Лизардит – солнечный камень ярко-зеленого цвета с богатой палитрой, от салатовой до насыщенно темной, с белыми или желтыми пятнами с разным блеском, шелковистым, матовым или восковым. Название камень получил по месту своего первого обнаружения на полуострове Лизард, графство Корнуолл, Великобритания. Минерал лизардит добывают всего в нескольких местах на планете. Кроме Великобритании, это Афганистан, страны Скандинавии, Италия, Франция, США, Канада и Россия. Месторождением камня в России сосредоточено на Урале, Кольском полуострове и в Якутии. Удивительные магические лечебные свойства лизардита были известны с давних времен. Древние ассирийцы называли лизардит ангельским камнем. Считалось, что он защищает от укусов змей, любого яда и дурного глаза. Сильная позитивная энергетика минерала связана с его замечательным нежно-зеленым цветом. Минерал помогает бороться с эмоциональным истощением, хронической усталостью, сбалансировать силы и эмоции. Это хороший талисман для любителей путешествий. Лизардит защитит от непогоды и трудностей в дороге. Этот камень считается талисманом удачи и привлекательности. Он способствует привлечению благоприятных событий и возможностей жизни своего владельца. Лизардит – один из немногих минералов, который подходит абсолютно всем знакам зодиака. Выбрать украшение из лизардита можно на моем сайте, ссылку закреплю в комментариях. А узнать еще больше о натуральных камнях и их свойствах можно на моем канале. Не забудьте подписаться.